Всем привет, друзья! В этом видео я покажу, как скачивать файлы с YouTube. Для этого нужно открыть любой понравившееся видео. Внимание, перейти в адресную строку и после точки перед словом YouTube поставить две английские буковки S. Нажать Enter. Как видим, браузер нас переадресовал на другую страницу, где доступны варианты для скачивания видео. Я пользуюсь всегда скачать без установки. Нажимаем скачать без установки, и нам открываются дополнительные параметры, в каком качестве мы хотим скачать этот видеоролик. Ну, например, 720 в хорошем качестве. Нажимаем, выбираем. Появляется диалоговое окно для выбора пути сохранения файла. Например, сюда, в корень. Нажимаем сохранить. Как мы видим, пошло скачивание файла. В принципе, таким образом вы можете скачать любой файл с серверов YouTube. Спасибо.